Всем привет, вы слышите Алексея Халецкого, а это значит, что вы на канале Лёша Играет и смотрите продолжение ФФАшечки на восьмерых за Норвегию на Пангее. Какие цивилизации у моих соперников будем выяснять в процессе партии. Если же вы случайно наткнулись на это видео, то лучше перейдите к первой серии, всегда лучше смотреть с самого начала. Ну а мои любимые жевжики-патрицы, спонсоры канала, все серии видят сразу во вкладке сообщества. Большое спасибо вам за поддержку. Становитесь спонсорами канала, будете получать эксклюзивный контент, а весь остальной контент раньше других. Я просто тут сижу, чтобы он обработал клетки, и я их разграбил. Чё, дед, может, помиримся или нет? Да зачем? Ну, хорошо. Так, тут вырубаем болото. Блин, тут надо что-то еще построить. Так, давайте из Осло отправлю. Что-то еще. Так, ну древние стены. Ага. Конечно, производства нифига нету в этом городе. Давайте верфь. Давайте верфь. Слушайте, а давайте я здесь верфь куплю, кстати. 580 следующим ходом. Тогда что строить тогда? Квадрирему. Дашь еще 10? Да. Ну, давайте квадрирему. Я, правда, одна есть чисто для корпуса квадрирем, наверное. Ты кинешь предложение? По время. Дима. Так, когда там с Болонией мир? Три хода. Что случилось? Не успел, к сожалению. Да, я в целом не вышел в золотую эпоху. Одно очко осталось. Все, кого у нас? Не знаю, ну а давайте. Эти там воюют, давайте, может, на канадцах. А что, канадцев много? Ну, типа, сейчас кончится век. Они показываются, сколько у него науки? Нет, еще не показывается. Намного меньше будет. Мне кажется, да, у него там чуть ли... Но эти-то вдвоем воюют. Тоже верно. Тоже. Они друг друга стопают пока. Давайте. Может, тогда этот генерирует меньше и... Предлагаю, давайте не дают уникальный бонус научные ЭКГшки. Да, тут согласен. Согласен. А они есть? Они есть. Полно. А по первому канадец на 100% больше претензий генерирует. У канадца не так-то много, я вижу.
Блин, Канада, все такие ужасные дороги, ужас. Так, ну что берем? Наверное, реформу денежного обращения. Там как бы особо можно не выбирать. Ладно, давайте съездим. Ой, я под пушку влез. Смотри, я думал, может он тут не отремонтировал еще. Отремонтировал наоборот уже. Уже отремонтировал. Вот, золотой их прошел. И кто теперь лидер? Конго. Конго? На 4, на 3 всего больше. Ну а ты культуру еще посмотри. Культура, да, не спорю. А, тут прекратилось плюс 100%. Кстати. Ух ты, в Тилбург 21 прям. Вау. Так, я тут 508, хотел пить верфь. Три хода. Блин, надо... Да у вас там мир уже кри. Киев. Отложу пока. Это через эту. Давайте пока так. Ну, конечно, рестарт. Мне надо квадрилему раньше построить, чем у нас откроется. Ну, на время рестарта у тебя ничего не было еще. Я собирался уже нападать. У тебя были обычные кони еще не апнутые. А в то же время, думаешь, после рестарта ты апнул. Не собирался их апать? Не, я понимаю, что ты их собирался, но я бы напал на обычных еще коней. Ну, ты бы их не убил, все равно. Одним ходом ты их бы не убил, я бы их отвел в любом случае. Ну, они бы стояли АФК, апались еще. Ну, один город я бы тебя точно забрал, и все. Да, конечно, забрал бы один город, но что-то ничего. Максимум ты бы, конечно, срочно на ход два. Все. О, Бандар Брюней. Появился. Так, подождите. Успел. Это мне надо было. У меня куча гаваней и... Ну-ка, сейчас верфь уже одна есть. То есть он нормально сейчас должен денег давать. Да, блин. Ну, союз будет культурный. Сколько там осталось? Можешь посмотреть? Так, колосс я построил. Отлично. А можешь культурный следующий со мной заключить? А то у меня город отваливается по лояльности. Ну, если канадец не против, там продлить какой-нибудь другой. Канадец. Что скажешь? Посмотрим, да? Канадец, мне показалось, или ты хочешь мне какую-то дань заплатить? Мне показалось. Показалось? Уверен, да? Да. Любимый зритель, если тебе нравится видео, то поставь, пожалуйста, лайк и оставь комментарий. Кроме того, где-то либо здесь появляются ссылки на мои социальные сети. Ну, а если ты все еще не подписался на мой канал, то, конечно же, подпишись. Можно стать спонсором канала и получать эксклюзивные видео только для спонсоров Жевжиков-Патрициев, а некоторые видео раньше, чем для других зрителей. Кроме того, появилась функция «Супер спасибо» где-то под видео. Это как донат, только не во время стрима, а только этому видео. Всем спасибо за поддержку. Ну, привет, я понес. Здравствуй. Это ты откуда? Вот я рядышком, внизу.
Так, дипломатическая служба открылась. Пошли вот все-таки в торговую республику уже. Сменю два влияния на учетные банки. Вот это может быть... Блин, удовольство тоже. У меня промышленных зон-то... Ладно, я пока оставлю плюс 2, наверное. Колосс, верфь. Тут надо будет тоже всякое строить. Так, водяная мельница. Кстати, а давайте куплю здесь водяную мельницу, пускай будет. Я тут больше не на что пока тратить. Ну вот, видите, разлилось. Хорошо, не успел еще. Или успел? Успел, но не сломалась промышленная зона. С Болонией надо замириться. Так, вот я начинаю догонять, ребят. Плюс мне все-таки надо, наверное, здесь поставить городок. Я вот сюда. Ну, мне просто больше негде. Трибушеты пораставляла. Ну ладно. Или в ценителя, чтобы культуру... Нет, давайте аквакультуру. Так. Я тут все исследую. Блин, что это такой за проплыв тут? Смешной. Так, а что я сейчас открыл? Средневековые ярмарки. Не, пожалуй, ничего тут не буду. Я чисто тут буду стоять этими двумя каравеллами, контролировать канадцы. Если он куда-то поплывет, я просто ему сразу войну объявлю и все. Все остальное... Вся карта... В моих руках, в общем-то. Все морское пространство. Китай, сделка. Не знаю, может тогда покошмарить японца? Еще. Не, лучше пропускать ход, а то он тут так встанет, и я не увижу. Так, надо, очевидно, обработать. Верфь буду покупать. Мне в Ставангере надо производство сделать, чтобы поставить темпло-майор здесь. Блин, я с Болонией все забываю мир заключить. Ну! Блин, почему какого хрена не открылся? Просто не открылась Болония. Жамкал сюда, отжамкался, весь пальчик и не открылось ничего. Ну вот, судя по тому, что я вижу, Пангея здесь, конечно, очень странная получилась. О, плюс 3 в боевой мощи всем морским юнитам, по-моему, здорово.
Конго предложение. Так, Лахор у нас под влиянием Кри. Преслов. Под влиянием, наверное, тоже Кри. Да, просто сразу использую плюс 3 к силе всех морских юнитов. Это круто. Так, и вот здесь я верфь хочу построить. Блин, в Киото тридцатник. Но я не хочу туда отправлять. Я, может быть, японца кошмарить буду. Ну и нафиг тогда. Так, может, к Лахору плыть? Ну, блин, у Лахора нечего вообще грабить. Только эту. Ну, наверное, этой каравеллой нормально будет. Ну, ладно. Поплывем к Лахору. Захватить я его не могу. Я бы его, на самом деле, захватил и убил бы, но... Не могу. А тут просто будем контролировать канадца. Так, есть квадрирема. Пошли в индустриализацию. Кампус 6 ходов. Долго? Так, вот вопрос в мастерскую. Я бы священное место, потому что... Там есть бонусы для меня, а именно культура и производство. Блин, надо Китай еще обработать, слушайте. Что я тут, сколько тут, один заряд остался? Черт. Ну, надо Китай идти обрабатывать, а не лес делать. Какие предложения... Блин, а почему тут плюс один пишет, если было плюс два? Что я тут такое удалил? Странно. Было ж плюс два там. Так, наверное, сначала промышленную зону поставим, а потом акведук. Поэтому надо убрать все-таки отсюда... Ну, короче, строители сначала. Поторговать, кстати, нечем. Что-то всех ресов по одной штуке. Блин.
Может, все-таки здесь поставить? Мне даже акведук отсюда некуда будет провести. Ты что, скиф, не хочешь все-таки мира? Хочешь воевать? Да, почему нет? Фига, это настроен так серьезно, дед. Так, тут я в Осло и в Нидоросе верфи построил. Тут не надо, в Сарсбурге куплю, а тут уже куплено. Блин, может мне в Нидоросе тогда реально посело? Я следующим ходом могу поставить. Да, надо будет посело. Не буду даже в очередь делать. 107, 140 у скифа, 140 у конга, 130... у Канады. Так, ну я бы, наверное, мирился тогда с Кри. Что-то... мне... так, через сколько, правда, это мы можем сделать? Что-то мне не нравится. Кри предложение. Ну, просто чтобы дед не имел плюс 5 к силе. Хватит. Я думаю, это достаточно было. Так. Здесь хочу плюс 50 для создания поселенцев. Просто начинаю думать, чтобы все-таки мне здесь где-то город поставить. Ну вот на скоте. На скоту. Не хочется закрывать эту... озеро, я тут все равно буду делать канал так и так. А, так я теряла хор. Ну, я вообще могу пограбить, я просто ему отдельно войну объявлю. Так, строить ли мне... ну, это было... почему нету стен? Был разлив. Давайте, наверное, рабочего пока. Блин, у меня валету кто-то перекупил. Кто это, блин? А, Канада вернула больше предложения. Ладно, мне сейчас прям так сильно валета не нужна. Давайте морскую традицию откроем, чтобы было соседство для верфи. Поставим в торговой республике. Два хода как раз ровненько. Ну, могу. Тоже два кита. Так, ладно, здесь верфь покупаем.
По-моему, везде, где у меня стояли гавани, верфи куплены. Канада продлеваем или что? Конечно. Какие у меня доступны пути к голландцу? 19, 19, 22. Вот 31 из Ставангера и из Кристиансена в Амстердам. Так, а что мы здесь? Торговца можем построить. Ну, я бы здесь еще сначала работника. Караван я бы купил. 165. Надо у кого-нибудь 20 монет попросить. Это как? Я, конечно, тут лагерь этот расплодился. Голландец, предложение, верну 25. Голландец, я надеюсь, ты не претендуешь на мой... Что, на кэмп? Забирай спокойно. Мне он тут мешает самому. Я даже чуть помогу. Блин, вот вроде чудо есть, какой-то говяный этот Эверест ваш, если честно. Эверест? Ну. Угу. Гора. Чё ещё с ней взять? Ну, если бы тот же вулкан был в Везувии, да, по-моему, здесь. Ну, типа, тут клетки, я так понял, они просто сжираются другими горами. Здесь только три полезные клетки от него. Угу. Все, ну типа он бесполезно исполнился. Есть еще нет, он может. Ну, короче, я весь этот океан исследовал. Нет, да, ты прав. Проплыва даже всего сверху нету, то есть я не знаю, как мне кругосветку делать, только когда он растает, кстати, и снизу. На место бананов, кстати, классный камп. Например. Нет? Или Эверест не дает бонус. А еще бы чудо света давало бонусу кампусу. Или в смысле, как гора дает? Не, ну он считается как гора, да, или нет? Гора дает. А я не вижу просто, по какую-то клетку говоришь, она закрыта у меня. Ну, там просто клетка вкуснее сама по себе. Да, блин. Ну, тоже верно. Никак не могу сказать, какие тут клетки обрабатывает город. 4-2-3-2. 4-2-3, это что? Я бы здесь сделал пока фермы, типа, чтобы соседство было для всех ферм. Типа, да, сейчас. А потом буду когда проводить канал просто. А может уже и не проводить канал, я вот думаю. Но каналы дают соседство для промышленной зоны, например. Если я ничего не путаю. Я выжил. О, что, я две мастерские до сих пор не сделал. У меня вообще только одна промышленная зона, да? Вот это я забежал. Так, ну надо отложить тогда индустриализацию пока. Давайте книгопечатание. Потом банковское дело. Тут принимаем торговую республику. Ну, поставлю уже, наверное, соседство. Где тут? Вот, ремесленников. Поселенцев можно убирать сейчас. Блин. Куда-нибудь тут мне надо посылать? Ну, вообще можно... В научные, да? В Болонью тоже. Ладно, давай тогда первого посла поставим. Первый посол. Тут соседство промышленной зоны. Довольство я оставлю на желтых, что... Вот мне сейчас можно что-то взять... Давайте вот так. А следующим ходом я поставлю соседство для верфей. Так, теперь в Болонию. Блин, тут только гавань можно сломать и все.
Так, дамбу здесь, промышленную зону здесь. Откладываем на один ход. Причем я бы, наверное, даже с дамбы начал. Блин, а сколько она строится с другой стороны? Не, ну в Осло должно, по идее, быстро. 7 ходов. Не, ладно. Так, тут откладываем. Ставангарей, священное место, святилище. Мне вообще надо идти там, чтобы меня не затапливало. Не знаю, так не хочется японца забирать. Он такой вообще никакой, просто сидит. То есть, ну, мне это ничего не даст, я вот про это. Так, тут, значит, меняю. А, ну вы, давайте я куплю строителя еще, наверное, в Осло, ну, чтобы по максимуму было. Так, а надо возвращаю. Сейчас. Да, кстати, надо мне вернуть деньги еще. Продолжение. Да что оно так не нажимается у меня периодически вообще? Голландец вернул. Ну, пошли в просвещение, мне кажется, пока, или в меркантилизм. А, значит, тут купил я рабочего. Я бы где-нибудь еще тут купил. В каком городе, правда? Давайте в Ставангере. Так, ну тут ставим Ставкирку. Строить. И покупаю строителя. Ничего себе. Нормально ты, да. Не ожидал. Что, как не действуешь? Средство для гавани и... Блин, можно, кстати, вассалов вот на это поменять. И жилье, и довольство будет давать вообще всем городам, а не только где сидят. И я хотел вот сюда плюс 2 вли... Или может на... Давайте на шпионов. Построим, может, парочку шпионов. Следующим ходом объявлю Лахору войну. Тут все изведано. Ну ладно, хотя может я тут не вижу, может тут какие-то, но я думаю, что тут нет вообще клеток. Блин, вот это неприятно. Да, я думал, у них там все закончится, они опять что-то высирают. Я про варваров. Откуда он вообще приехал? Где тут лагерь варваров хоть какой-то? Ну охренеть. Так, начну сразу с гавани. Все-таки, надеюсь, Валетту
пересюзеренить когда-нибудь. А промышленную, где мы здесь будем ставить? Или сначала Темпло Майор? Тринадцать ходов пишет. Не знаю, откуда эта хрень взяла. А, вот откуда. Черт. Надо идти разбираться. Блин, надо бы наемников поставить и апнуться. Денег-то дофига, в принципе. Чтобы не высадился канадец. Ну и хорошая клетка, в принципе. Блин, 4 хода надо ждать. Фак. Ладно, поплывем тогда. Народ только в индустриализации пока. Блин, может все-таки здесь еще поставить город? Я не представляю, как мне его отращивать. То есть на побережье, мне кажется. Хотя. Так, вот этот парень будет вот тут вырубать для кампуса в Кристиансене. Промышленная зона на... Ну что, он тут грабит? Интересно, ваншотнет квадрирему эта тварина. Не хочется вырубать лес пока под это чудо. Я просто уверен, что его никто не будет строить. Так, тут тоже все исследовано. Институт просвещения. Не, ладно, давайте замки откроем еще.
Скиф 37, 37, 33, 33. Короче, коплю деньги тупо купить посела здесь поставить. Все-таки город. А, у меня есть уже. Нельзя, вот тут мне не захотелось. Тут, конечно, есть некоторые клетки, но по-хорошему только вот эта одна клетка не обрабатывается. Вот этими городами, тут сюда, типа, это четвертый радиус для всех городов. А если ставить сюда город, то сюда придется кампус ставить. То есть спрашивается, нафига мне здесь тогда вообще город, если все остальные клетки другими городами могут быть обработаны. О, там Кардифф разобрался, отлично. Тогда тут сидим. Нету смысла туда лезть. Очередной флотоводец армаду формирует. Блин, так он появился прям на варваре. Так, мастерская в столице. Ну, акведук. Давайте акведук. Запретный город. Слушайте, а может шпиона лучше пока здесь? Я там карточка просто стоит. А я хочу ее поменять на плюс 2 влияния. Так, ну... Библиотека, либо уже... Храм Махабодхи, что-то неохота... Ну, то есть, если я чудо строить, то, конечно, я должен тут Темпломайор строить. Поэтому давайте лучше так. И понеслась. Так, вырубать сюда идет этот парень. Этот, значит, камень пускай обработает. И, кстати, можно вырубить этот камень еще для крестьянсона, чтобы там быстрее... Построился. Ну что, сюда, наверное, ставлю. Что-то голландец всего один караван ко мне пускает. Что-то голландец, ты ко мне всего один караван пускаешь. Неужели так невыгодно? Нет, проблемы просто. Какие могут быть проблемы не построить караваны? Это же самое главное. Это тебе решит все твои проблемы. И это деньги, и производство, и вообще. Может, там пересечься с тобой как-нибудь? На этом пока все. Да. Спонсоры канала «Продолжение» могут посмотреть прямо сейчас во вкладке «Сообщество». Для всех остальных оно появится завтра. Играйте в умные игры. Слава Украине и живи Беларусь! Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Лайк, комментарий, подписка. Возможно, супер спасибо и спонсорство. Спасибо за поддержку. До следующих видео.